Праздник на колесах. Традиционно в декабре на ивановских улицах появляется новогодний троллейбус. Этот год исключением не станет. В пятницу в МУППТ готовили праздничного рогатого к выходу на линию. Новогоднее оформление троллейбуса действительно в нашем предприятии стало традицией. В прошлом году у нас был один дизайн. В этом году мы подготовили новую картинку уже с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Троллейбус с символикой главного зимнего праздника на бортах украшают и внутри, чтобы у пассажиров во время поездки создавалось новогоднее настроение. Будь то путь утром на работу или вечером домой. Нравится очень, что у нас есть вообще такой троллейбус, что мы будем радовать жителей города Иваново, Ивановской области таким нарядным троллейбусом. Мы будем стараться поднимать настроение. Пусть приходит, мы будем очень рады. Новогодний троллейбус будет работать на 6-м маршруте. Выбрали его по принципу большего числа центральных улиц в графике движения. Сказочный борт будет курсировать по городу весь декабрь. Капелька сказки посреди серых будней. Мелочь, а приятно. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.